Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня я вышла со словами благодарности за вчерашний день, который вы провели со мной. Спасибо большое, кто поучаствовал в лотерейке, в розыгрыше лотерейки. Но сам розыгрыш еще не прошел, хотя я в инфобоксе, так сказать, или как сказать, информация у меня была такая, что я буду разыгрывать лотерейки с помощью генератора случайных чисел. Но мне посоветовали, что лучше всего будет провести розыгрыш этих лотерейных билетиков в прямом эфире. Так как я выхожу в прямой эфир, и они у меня регулярные, да, и провела опрос, спросила, как будет удобно, кому как удобно. Конечно же, невозможно подстроиться под всех. Кому-то было удобнее, наверное, вчера, чтобы я провела сразу, чтобы не ждать, не мучить себя, так сказать, вот этими... Ну, а вдруг я выиграла, да, а вдруг я не выиграла. Вот, поэтому я провела опрос, и большинство проголосовало за то, чтобы розыгрыш прошел в прямом эфире, в воскресенье именно. Вот, поэтому я большую благодарность вам выражаю за то, что у меня, в общем-то, все получилось. Я так думаю, что все получилось. Розыгрыш пройдет в прямом эфире, никто ничего не потасует, все на глазах у вас будет происходить. Вот, поэтому мне, конечно же, очень хотелось сегодня вот именно выйти и сказать вам слова благодарности. Большое-большое-пребольшое спасибо вот за вашу поддержку, за то, что вы на самом... Я на самом деле, я очень сомневалась, я очень, ну, переживала за то, что не будут проданы билетики, и что потом будет дальше. Ну, в общем-то, все хорошо получилось, и я очень этому рада. Ну, давайте я еще раз покажу вам куколки. Ну, хотя, в принципе, в прямом эфире я также буду их снова показывать. Ну, давайте еще раз покажу. То есть у меня были выбраны вот такие куклы. Вот одна вот такая куколка, да. Значит, ну вот вы ее уже все, конечно, видели. Связана она по мастер-классу Даша. Вот. Ну вот такая вот куколка, да. И вторая куколка, это по мастер-классу... Так, стоять. По мастер-классу Ариша. Вот, но она чуть-чуть поменьше, но у нее связана кофточка. То есть я как бы их в одинаковой ценовой, как сказать, одну цену им поставила, назначила, потому что, в принципе, они по ценности значимы, ну, одинаково значимы, да. Вот. И что еще хочу сказать. Так, что-то я еще хотела сказать. Наверное, больше задерживать, так сказать, вас не буду. Я вышла специально только для того, чтобы сказать вам большое спасибо, что розыгрыш будет проходить в воскресенье в прямом эфире в 12 часов по московскому времени. Как обычно, это мое назначенное время прямых эфиров. Вот, поэтому я вас всех благодарю и приглашаю. Особенно те, кто участвовал в лотерейке, конечно же, вам, наверное, очень будет приятно. И, ну, в ожидании таком, да, вы сейчас находитесь, поэтому я вас приглашаю на 12 часов по московскому времени, в воскресенье, и мы разыграем эти билетики. Будет все происходить на ваших глазах. А сейчас я заканчиваю свое такое краткое видео. И всего вам доброго, всего вам хорошего, спасибо вам еще раз. Здоровья, счастья, любви и всего-всего самого наилучшего. С вами была я, Нина Тарасова, до новых встреч. До встречи в воскресенье. Пока-пока.